Добрый день, дорогие друзья, с вами корреспондент ньюсмейкер Дарья Слободчикова, и мы находимся на центральной площади, где начинается протест партии ШОР. Я напомню, об этом объявили заранее, и это не первый такой массовый протест, который проходит, но сегодня он особенен тем, что в Кишиневе еще и другие мероприятия проходили и проходят, которые накладываются один на другой, и такое мероприятие – это марафон. Сейчас перекрыта центральная улица, виадук перекрыт, и сейчас люди собираются, и нет движения в центре из-за того, что все еще бегут люди, которые участвуют в марафоне. Сейчас я покажу, как это выглядит. Вот так перекрытые улицы, есть парапеты, есть специальные шашки, которые расставлены для того, чтобы принимали участие в марафоне. И по краям, по тротуару продолжают подходить люди, которые будут участвовать в акции протеста. Я напомню, что это люди с разных регионов страны, которых организованно привозят в Кишинев. Вот можно увидеть у некоторых таблички, вот на той, которую только что развернули, написано, что Кончешты, есть сектора Кишинева, есть абсолютно разные районы, и сейчас эти люди, этот транспорт, который привез людей, он паркуется намного дальше от центра, в отличие от других дней, когда партия ШОР организовывала протест. Так как сейчас фактически очень сложно подъехать к центру города. Также можно увидеть, что идут маршами, вот, несмотря на то, что тут очень много людей уже собралось. Стоят возле театра оперы и балета, стоят у кинотеатра, в самом импровизированном городке тоже много людей. У президентуры вот, можно увидеть, что вот с той стороны идут с флагами. И со стороны площади Великого национального собрания также идет колонна с плакатами. Я пока не могу рассмотреть, как выглядит, что написано на этих плакатах. Но уже слышно, что люди кричат «Демиссия», то есть «Отставка». Они требуют отставки Майю Санду, требуют отставки правительства. Я напомню, что роль организатора на себя взял Илон Шор, несмотря на то, что он не находится в Молдове. Он постоянно записывает ролики, выкладывает их в интернет, он тратит большие деньги на рекламу. Мы уже показывали, сколько денег, например, было потрачено в Фейсбуке, не учитывая того, что эта реклама была абсолютно везде. Там был задействован инструменты Google были задействованы, также по Кишиневу раздавали листовки с призывом выходить на протест. И, естественно, к этому протесту есть много вопросов.
которые возникают и которые до сих пор остались без ответа. Очень есть много свидетельств того, хотя это и отрицается официально, есть много свидетельств того, что людям платят за участие в протесте. Кто-то называет 200 леев, кто-то называет 400. Вот мы делали репортаж из севера Молдовы, с села Мичурин Дрокиевского района, где люди говорили, что им вплоть до 1200 лей платят за то, что они будут ночевать в палатке. Я также напомню, что в прошлое воскресенье они установили палаточный городок прямо возле парламента. И всю неделю люди провели в этом палаточном городке. И, как некоторые утверждают, им платят за каждый день пребывания там. И несмотря на то, что там действительно холодно, и палатки далеко не для той погоды, которая получилась в сентябре в Молдове, люди продолжают стоять, и, по всей видимости, это еще будет длиться. Вот мы подошли к колонне, люди скандируют античипати, то есть досрочные выборы, какие не уточняются. Видно табличку, что это Рыжкановка, Кишиневский район, вот также есть Кагул, и у людей написаны лозунги, такие как «Жос моя Санду», «Долой мою Санду», «Либертати детинусилор политич», «Свободу политзаключенным». По всей видимости, они имеют в виду Марину Таубер, которая была задержана по подозрению в фальсификации отчетов партии, незаконному финансированию. «Жос моя Санду! Жос моя Санду! Жос моя Санду! И постоянно на этих протестах, кроме того, что люди призывают свергнуть Майя-Санду, еще говорят о том, что они боятся за зиму, которая будет холодной. Люди уже практически уверены, что они замерзнут этой зимой, так как не будет отопления. А особенно на фоне войны в соседней стране эти страхи усиливаются. И люди порой очень искренне говорят о своих переживаниях и очень искренне паникуют и высказывают свое мнение. При этом политики, пользуясь подобными манипуляциями, используют людей в своих целях, так как даже на митинге, который вроде бы организован партией ШОР, многие люди говорят о том, что они поддерживают Дадона. То есть публика очень разношерстная, и даже бывает, что люди не могут точно ответить причины, по которым они вышли на митинг. Вот там еще сзади видно табличку «Еловены». Давайте посмотрим сбоку, как выглядит эта колонна, насколько она большая. Там еще в той колонии виден населенный пункт Сорока. То есть есть и северные регионы. Вот тут также есть человек с мегафоном, который выкрикивает лозунги, и эти лозунги подхватывают остальные. И колонна сейчас остановилась, по всей видимости, еще кого-то ждет. Но
несмотря на это, также есть очень много людей уже, которые пришли. Они сейчас расположились по разным сторонам дороги, так как дорога сейчас перекрыта. Я также напомню, что сегодня марафон. И транспортный город фактически встал. Но несмотря на то, что одни мероприятия накладываются на другие, все-таки все это проходит. Также сегодня, ну, в воскресенье это выдалось очень богатым и разнообразным на события. Кроме марафона и акции протеста партии ШОР, устраивали акцию протеста в поддержку директора театра «Харета», театра имени Чехова. Моя коллега Алина Михалкина писала об этом статью. И если вам интересна эта тема, вы можете зайти на наш сайт и почитать о том, что сейчас происходит в театре имени Чехова, в котором разгорелся скандал. Ну, а мы сейчас освещаем протест партии ШОР, где люди были привезены с разных регионов страны. И с одной стороны, мне очень жалко этих людей, так как они действительно доведены до какой-то ручки, но далеко не тем, что происходит последние полгода, а тем, что происходило все 30 лет независимости Молдовы. В основном это люди с низким достатком, с низкими зарплатами, которые сводят концы с концами. И они и так недовольны тем, что происходит, а некоторые политики используют это положение, бедственное действительно положение людей, для того, чтобы продвигать свои интересы. Уже в самом этом импровизированном городке, в палаточном городке, уже поздоровались, то есть протест официально начался, но тем не менее вот большая колонна, которая сейчас стоит напротив театра оперы и балета, она не двигается, по всей видимости чего-то ждет, чего пока еще не понятно. Также тут можно увидеть Регину Апостолову и Павла Бережана. Это депутат, Регина Апостолова, депутат парламента от фракции ШОР. Павел Бережан, это нынешний мэр Аргеева, которые, по всей видимости, и дают указания, как нужно действовать. Вот сейчас людей просят выстроиться вперед. Хорошо, патриот! Как ты, Плюля? Не знаю, видно ли вам, где заканчивается колонна. Мне сейчас тяжело это рассмотреть, насколько она большая. Долой мою Санду. И по всей видимости сейчас она начнет выдвигаться к основному месту проведения процесса. Жос моя Санду! Жос моя Санду!
Пока мы ждем, когда выдвинется колонна, пробуем поговорить с участниками протеста. Вонозила, здравствуйте. Мы на месте Дарья, сон корреспондент дела Ньюсмейкерс. Понимаете, вроде где Ундия отвинет? А мы им не дела Орхей. А винит, потому что газу скумп, лумина скумпы, пенсия мика, хай строим, луптем. Это там винит. Ари есть оскопол, думаю вас. Ари есть оскопол. Сыфин царабини, врем. Что знаешь, тот строим пеленги дыши и пили врем. Подключать прямо дата и на шафелде протест. Повтим? Participați prima dată în șafel de protest? La toate protestările noi venim. Pentru că suntem în vârstă și numai noi am rămas aici. Tot tineret a plecat, dar noi trebuie să ieșim. Cald ieșire noi. Da, cum credeți, cine poate schimba situația? Dar spre bine vrem, tot. Dar cine poate să facă asta? Numai Ilanșor. Ilanșor, Marina Talbură. Numai ăștia. Да моя Санту не фашинит, ты мой не угропан. Да, ничего, да, ты знаешь, при группу Астра с организацией Шафел де Протест. Да на улице. Где мульт баня, фоста китайцы, кентру организация с Протест. Ну, но и виним фэр бань, фэр ник в Рим. Пентру ной, пентру ной, пентру тесто, к нам вер пенсии. Да, пентру транспорт, пентру храна, есть дестул де мульт. Да, храна, но и сингур де каса не луам мангари. Noi ni, nu ne dă nimeni. Și transportul, noi dăm bani și ei ne aduc. Deci așa, agitați din cont propriu? De contul propriu. Noi ne dăm de contul propriu. Dar nu ne plătește nimeni nică. Noi pentru noi vinim, nu pentru alții. Колонна выдвинулась к основной точке протеста. Люди скандируют «Долой мою Санду», «Отставку». И вот первые, с кем я поговорила, это были люди из Аргеева, которые уверяли, что они сами заплатили за дорогу. И им никто ничего не платит. При этом совсем скоро выйдет очередной выпуск из другой Молдовы, из Аргеева, где мы как раз поговорили с мужчиной, который сейчас высказывался, который получает очень низкую зарплату и говорит, что ни на что не хватает. Поэтому очень мало верится в то, что люди с очень низким доходом могут позволить себе поехать в Кишинев на акцию протеста, при том, что более того, Илон Шор лично заявлял о том, что он готов оплатить транспорт каждому, дать воду и бутерброд всем, кто хочет поехать в Кишинев. Yeah.
можно говорить о том, почему колонна ждала, так как с другой стороны тоже подходит колонна со стороны Буюкан. У них растяжка. И они заходят на территорию президентуры. Domnule de protestatari, se îndreaptă către președinția Republicii Moldova. Давайте поднимемся вместе с ними. Уже, по всей видимости, вся основная часть протеста будет проходить именно там. И там же и проходили другие акции протеста, организованные партией ШОР. Bună ziua, Daria! Политик. Майя Лагута тоже здесь. Демиссия! Părbuie frumos! Cei care suntem pe Ștefan cel Mare urcați pe scările președinției. Haideți! Сейчас всех просят подняться на ступеньки президентуры. И вот вы можете увидеть, какой поток людей поднимается. Люди абсолютно разных возрастов. Бурназио, Република Молдова! Чем инкаще мари? Я с галуши легана? Демиссия! Несмотря на просьбы всех подняться, они все спешат это делать. Видно, что еще большое количество людей осталось за воротами. Ну и представить себе, чтобы все поместились на территории президентуры, очень сложно. Субтитры сделал DimaTorzok.
судя по опыту предыдущих протестов, организаторы устраивают какой-то перформанс, как, допустим, в один из дней это было сожжение чучела Майя Санду, а в другой это сожжение квитанции, которые приходят людям на оплату коммунальных услуг. Сейчас можно увидеть желтые шарики о том, с каким посылом они прошли сегодня. Мы, наверное, совсем скоро узнаем. А пока люди все еще собираются, и официальные манифестации еще не начались. Толпа скандирует досрочные выборы, и по табличкам видно, что это Аргин, который в самом начале стоит, есть Басарабяска и многие другие районы, вот есть Вершнёв, разделенный по секторам. Сорока. Внизу там можно увидеть плашку Гладяны. Также вот подошел депутат от партии коммунистов. Старый Константин. Вполне возможно, он тоже будет сегодня выступать. Я напомню, что это уже не первый протест, который организовывает партия «Жёлтые», потому что это она организатор. Не раз говорил и взял на себя роль лидера оппозиции Илон Шор, который призывал людей выходить, который говорил, что он оплатит людям дорогу и купит воду с бутербродом для тех, у кого нет возможности приехать за свой счет. И в прошлое воскресенье также был большой митинг, большая акция протеста, куда были также привезены люди с разных регионов. При этом некоторые люди все-таки называют суммы, которые им платят за участие в протесте. И это не единичный случай, что дает полагать, что это действительно так. Мы также делали репортаж с севера Молдовы, с Иланой Чулин, где люди только собирались на протест, мне рассказывали, почему они едут, в какой нищете они живут, и не на камеру, за кадром называли разные суммы, и 400 лей, и 1200 за ночевку в палатке. Другие же люди на акции протеста говорили и о 200 лет, которые платят, но эту информацию пока что проверить невозможно. Надеюсь, что этим займутся правоохранительные органы и установят, действительно ли был факт покупки протестующих, будем так сказать, нанимание протестующих за зарплату. Так называемые. Но что я точно могу сказать, что людей действительно много. Сейчас между парламентом и президентурой нет свободного места. Люди стоят практически везде. Практически со всех районов людей организованно подвозят, требуют с каждой
первичная организация, если это так устроено в партии ШОР, какое определенное количество людей, например, когда я шла на протест из офиса, ко мне подошла женщина и попросила сфотографироваться с ними, так как их должно было быть 15 человек, и всего 14, и надо отчитаться руководству за количество людей, которые они должны были привести. То есть здесь и организованные сборы, и организованный подвоз, о чем говорит большое количество транспорта, которое подъезжало сегодня в Кишинев, и это было и на прошлые выходные, и на все акции протеста, которые организуют в последнее время партия ШОР. Также они открыли так называемый городок свободы, который назвали так, это палаточный городок, прямо возле парламента, где люди ночуют, где люди живут, им туда привозят еду. И за эту неделю со стороны полиции поступало очень много жалоб на то, что они нарушают общественный порядок, ведут себя некорректно, протестующие, которые живут в этом городке. Но пока что никаких мер предпринято не было, кроме того, что вся эта территория городка ограждена. Полиция туда, когда пропускают людей, она осматривает их рюкзаки, для того, чтобы люди не пронесли ничего опасного. Там также установили телевизор, большой монитор, где за эту неделю показывали их художественные фильмы, и участники акции пели в караоке. Родители, а часто все это были, когда я во флагу только и вообще в операции, вопрос в городе, а будут ли партия полиции, перманенты. Среди гали датам слуз, переносит им три мечей, гали вам рецепта кадру не гал. Чим вам манифестат, дрепту летал, нам громит. Înțelegând că această formă democratică este unica care poate scăpa țara noastră din actualul dezastru. Dragii mei, vreau la aplauzele dumneavoastră să plăcem aici prezența fracțiunii parlamentare, a partidului Crăciunilor al Parlamentului Republicii Moldova, este vorba despre domnul Paraș, este vorba despre doamna Regina, este vorba despre Fatimii Bolescu. Для депутатов парламента, которые сегодня присутствуют, скорее всего, не будут говорить, что это. А вот у Павла Бережану, если вы обратите внимание, в руке голубь. Добрый день. Скорее всего, здесь есть какой-то посыл, и этого голубя, по всей видимости, будут выпускать. Но с какими словами и с каким посылом, я думаю, что узнаю совсем скоро. Я здесь как отец двух несовершеннолетних детей. Я здесь как сын пожилой мамы, которая, слава Богу, еще живет. Я здесь как гражданин, у которого нет другой родины, которому не безразлично, что будет с нашей любимой Молдовой, которую они уничтожают каждый день. Вот уже больше года мы слышим, почему у них ничего не получилось. У них виноваты все и вся. У них виновата война, мировой кризис, политики, оппозиционеры. Что это за власть, у которой оппозиция виновата ее правам? Знаете, как говорили, все проблемы. Дураки и дороги. С плохими дорогами вы смириться сможете. Так что проблема у вас одна. Наша власть, которая превратилась в диктаторские режимы. То, что происходит сегодня в Молдове, несовместимо с физическим выживанием людей. Скоро наступит зима. С этими ценами энергоносители люди просто не выживут.
Они мне поставили страшные выборы. Константин Старыш, который представляет партию коммунистов, прошедший парламент как блок социалистов и коммунистов, опять повторяет то, что люди замерзнут этой зимой, и все эти протесты пронизаны этим посылом, и можно увидеть и почувствовать, что люди действительно этого боятся, и что люди считают, что они просто умрут от того, что замерзнут от отсутствия отопления этой зимой. При этом настолько плохого сценария нет, и что заявляли власти, это то, что действительно есть угроза того, что Россия может полностью перекрыть газ, но тем не менее есть какие-то другие ресурсы, есть немного запасов, есть уголь и мазут, есть помощь от Румынии, которая поможет сократить, не только сократить расходы, но и поддержать новый уровень тепла в домах и учреждениях. При этом, несмотря на то, что открыли сайт ЛЕМ-НИМД, для того, чтобы люди покупали там дрова по фиксированной цене в 700 лев за складометр, многие, с кем мы общались, говорили о том, что они покупали это раньше, и цена за дрова достигала 1500 лев. То есть это действительно не только газ, но и другие энергоресурсы дорожают. Власти что-то предпринимают, но этого недостаточно для того, чтобы люди чувствовали уверенность в том, что зимой все будет хорошо. Сейчас включили музыку. Люди счастливы, танцуют. И, по всей видимости, будут пытаются разложить палатку, пока неизвестно для каких целей. Захотят ли они остаться тут и переместит ли их полиция в тот городок, который уже был организован, пока это неизвестно. Песнями и танцами проходит протест перед президентурой. А вот с этого ракурса можно получше рассмотреть шарики. Распечатка.
запечатанная на картоне фотография Майя Санду. И, скорее всего, вместе с голубом, которая упала на руках, это запечатано в небо. Слышал, какой-то человек неизвестно с какой целью, его отправляют обратно ко всем присутствующим. Вот уже принесли вторую палатку. Есть вероятность, что палаточный городок сегодняшнего дня расширится. Сейчас выступающие говорят о том, что они останутся тут и будут в режиме нон-стоп протестовать, пока не свергнут, цитирую, желтую чуму. При этом идет ли речь обо всех протестующих, которые в данный момент находятся на площади, либо только о тех, кто остается в палатках, пока непонятно, но, скорее всего, это не все то количество, которое сейчас есть. Вот этот мужчина опять пытается поднять. Вы мне угрожаете сажать, потому что вы начали. Этот человек не похож на обвиняемого. Вполне возможно, что он в алкогольном опьянении. Он вышел и говорит о том, что ему угрожают 15 шутками или сутками только потому, что кто-то начальник. Но вот его сейчас забирают, пытаются забрать люди. Такие же, скорее всего, протестующие. Но мужчина настроен решительно и очень агрессивно. Вот теперь полиция подошла. Пытается его вывести, а люди кричат: «Долой провокатора!» Мужчину уводят. И, скорее всего, его не пустят, не подпустят уже сюда, для того, чтобы он не провоцировал и не нарушал общественный порядок. Мне уже становится жалко голубя, который у него в руках. Эмиссия!
Сейчас Павел Дережан говорит о разнообразии этническом, которое существует в Молдове. Голову попал прямо мне в лицо. Это очень неприятно. Иван Шот!
обещала дождаться того момента, когда бедного голубя отпустят. Но, к сожалению, он не сразу взлетел. А когда его запустили, он попал мне на голову. Я чуть-чуть оправилась, могу дальше с вами общаться, рассказывать, что происходит. Ну, ситуация неприятная. Вот сейчас подключили, по всей видимости, на Шора, его отсюда не видно. С другой стороны, я думаю, что можно отойти подальше. Дорогие друзья, что нас сегодня привело сюда? Когда моя команда планировалась на выборы, она обещала людям хорошие времена, а принесла самые плохие за функцию независимой республики Молдова. Моя команда обещала, что приведет порядок среди некоррумпированных людей в власти, а привела самых воров и негодяев из коррупционеров. Голубями меня не кидали. Они не знаю вообще, существуют ли такие люди, в которых кидались голубями. Но они, оказывается, достаточно немало весят, так сказать. Все их деньги лежат на Западе. Запад не хозяин. Поэтому они услужат за его, как послушная собака. Дорогие друзья, эти негодяи хотят Молдову оставить без газа на этот зимний сезон. Им плевать, им все равно. Потому что, в случае чего, они все уедут себе по домам в другие страны. Эти негодяи хотят, чтобы люди платили баснословные цены за продукты, не хотят. Эти негодяи хотят уничтожить независимость Республики Молдова. Они хотят поставить нас на колени. Они хотят сделать так, чтобы Республика Молдова исчезла с карты мира. Дорогие друзья, мы им это сделать не позволим. Именно поэтому я призвал всех людей, граждан Республики Молдова, оппозиционные силы, партии, общественные организации прийти для того, чтобы добиться досрочных парламентских выборов. Этот парламент больше не отражает волю народа. В этом парламенте сидят люди, которые обманули людей. И люди хотят, чтобы этот парламент был распущен, и этот комитет ушел от нас немедленно. Дорогие друзья, эти негодяи хотят, чтобы родиться слабые и пустые, как они. Они были уверены, что мы придем и уйдем. Они были уверены, что мы придем и разойдемся на второй день. Но нет, мы стоим, у нас все больше и больше и больше. Дорогие друзья, в это воскресенье нам больше, чем прошлое воскресенье. А следующее воскресенье будет еще больше. И так же скоро мы увидим здесь и 100, и 200, и 100 тысяч. Пока Шор выступает, рассказывает о том, как он обещает красивую, богатую жизнь, как это было раньше, которая дословно говорила о том, что будет богатая жизнь для каждого. Помогают сегодня народ. Дорогие друзья, я сегодня объявляю, что несмотря на все препятствия, которые нам чинят, несмотря на все люди проблемы, стоят которые нам делают, как стоят на проезжей части, городов, которая сейчас перекрыта, стоят у здания парламента. Сказать даже о примерном количестве мне сложно. В прошлом году полиция насчитала около 7 тысяч человек. Но закупленный, больше сейчас или нет, вы все знаете, как власть там боится. Именно поэтому каждый день мы должны их шатать вот так, чтобы они боялись нас и понимали, что сила у народа, а не у них. Они лишь мелкие людишки, которые как занесли, так и вынесут среди красивых месяцев. Дорогие друзья, сегодня мы с вами должны и обязаны идти до конца. Нас не остановит. Мы не идем на какие компромиссы. Мы пока не будут объявлены досрочные президентские и парламентские выборы, мы не уйдем. Илон Шор заявляет... Дорогие друзья, вы знаете, я никогда не обманывал народ Республики Молдова. И я сейчас вам говорю, что мы добьемся выборов. А после выборов
я каждому из граждан Республики Молдова сделаю красивую, достойную, уважаемую жизнь, так, чтобы вы были богаты, красиво. И я вам даю свое мужское слово. Когда организаторы говорят всем спасибо, буквально на 10 минут вся эта многотысячная толпа расходится, что не происходит на протестах, когда люди по своему желанию и мнению ничем не организованы выходят. О том, что люди после протеста спешат разойтись, спешат домой, уйти, уехать, говорит о том, что их истинные цели могут быть совсем другими. При этом можно действительно полагать, что люди говорят искренне о своих проблемах, о своих переживаниях, о том, что их действительно беспокоит. Основную часть, основной посыл, который они говорят, он очень похож на посыл политических лидеров, в частности оппозиции. И люди разными словами повторяют речи тех, кто влияет на их настроение, умы и мысли. И самая главная мысль, которая транслируется всеми, всеми протестующими, а пошло это от лидеров оппозиции, что мы этой зимой замерзнем. Да. Eu fac protest în live. Ați venit, vă rog, de unde ați venit? Din Sorocă. Da, de ce? Care este scopul? Мы видим ситуацию, что до спецоперации доллар стоил 18 лей, а евро 20 примерно. Сейчас поменялась ситуация, доллар стал дороже евро. То есть американцы на войне 39-45 года заработали тогда, они живут на другом континенте и за счет войны на чужой территории просто зарабатывают деньги. Просто бизнес, вот такая вот. Такая вот бизнесовая такая вот позиция. Ну так войну же Россия начала. И делают бизнес. Дело в том, что если с позиции территориальной, то буджак молдавский принадлежит Украине. То есть в наших позициях Украина является оккупантом, а не Россия. Если так посмотреть объективно. Ну, так есть же международное право. Молдавия имела выход к морю еще со Штефана Чалмари. И если Молдова будет иметь выход к морю и сейчас, мы получим возможность и газ, и нефть добывать. У нас поменяется статус государства. У нас будут соседи не только Румыния и Украина. У нас будут соседи весь мир. А как вы себе представляете, вот возвращать исторические территории Молдовы? Историческая – это молдавская земля. Украине она досталась при Советском Союзе. Если они отказываются от советского всего прошлого, пусть просто отдадут то, что им не принадлежало. Все. Ну, а вот как вы себе это представляете? Вот как мы должны возвращать эти земли? Я не знаю как. Пусть специалисты разбираются. Но с точки зрения простой человеческой справедливости, Украина просто должна отдать. Случайно попала в карман, да? Заберите. Ну, так смотрите, получилось. Есть международное право, есть международно признанные границы. Почему мы их сейчас должны нарушать? Почему мы должны перекраивать карту так, как выгодно и удобно любому государству? Подождите, ну хорошо, кто-то решил. Бывают иногда ошибочные мнения, иногда бывают даже судебные решения неправильные. Их можно пересмотреть, понять, кто принимал решение, на каком основании, правильно ли было это решение, что это было за время, что это было за ситуация. То есть надо вникнуть. И с точки зрения человеческой справедливости просто вернуть буджак Молдове. Потому что Россия имеет выход к морю, Украина, Болгария, Румыния, все. А у молдаван просто забрали вот так вот, забрали. Но вот так вот. С точки все. Зрения человеческой, как вы говорите, любые вот территориальные конфликты приводят к войне. Мы не зачем хотим конфликтов. Надо? Мы хорошо, а что делают базы НАТО тогда? Это не территориальный конфликт. Базы НАТО пусть стоят в Мексике и в Канаде. У них там соседи. Базы НАТО стоят пришли там, где им разрешили. В чем проблема? Проблема в том, что они сюда приходят не с мирными целями. Но у нас нет НАТО. Что вы говорите? У нас НАТО нет. Но они вокруг нас. Они там, где вот страны смотрите, входят в НАТО. Горбачев разрушил Берлинскую стену, да? Разрушил. И пошел к себе домой. Американцы должны были зеркально сделать то же самое. А они сзади идут и им говорят, ну идите к себе домой. А они сзади идут, ну идите домой. Да, да, хорошо, идут по пятам.
Зачем они? Они же навязывают конфликт. Еще раз повторяю. Доллар сейчас переплюнул евро. Американцы заработали. Но так тот кризис, который сейчас происходит, из-за того, что Россия вторглась в Украину. Нет, из-за того, что американцы зарабатывают денег. Это видно по курсу валют. Это любой увидит. Посмотрите на курс валют. Что было полгода и что сейчас. Зачем говорить? То есть Россия не виновата. Россия в этом отношении, как вам сказать, вот смотрите, если взять с точки зрения молдавского буджака, то Украина является оккупантом. Пусть не горячим, не агрессивным, но просто это возьмите, не так называется. Пусть верните, я не знаю, как это называется, с юридической, то есть, но чисто по-человечески. Вот сегодня вы пришли на протест, какие ваши требования? Во-первых, чтобы американцы сюда не навязывали нам свои идеологии, вот эти вот натовские базы, нам это все не нужно. Так у нас этого нет. Они зарабатывают, они есть на Украине, рядом, горит. Так это не наша страна, не мы там решаем. Но это соседи. Не мы там решаем, они делают то, почему что они считают нужным. Почему решают за всех европейцев, как жить в Европе? Они сами разберутся. Как сами разберутся? Смотрите, с соседом надо жить. Если вы хотите, чтобы к вам в дом пришел в гости кто-то, то вы можете это сделать, потому что это ваш дом. Но вы не должны диктовать своему соседу, как ему жить и кого звать в гости. А Америка не диктует, вы считаете? Нет. Хорошо. А сейчас курс валют не подсказывает вам о том, что сейчас диктует всему миру Америка? Смотрите, курс валют от нас очень мало зависит, да, или только от Центробанк может как-то вот регулировать и удерживать курс валют. Но сейчас протест, идет протест, вот у вас кепка партии ШОР. Какие ваши требования, находясь здесь на площади? Ну вот смотрите, хорошо, ладно, опустимся на землю, на уровень простого обывателя. Цены на газ. Почему мы должны терпеть такие неудобства? Потому что Америка запретила... Не мы же устанавливаем цены. Подождите, хорошо, начался так. Путин спрашивал у европейцев перед началом операции, вам нужна война в Европе? Они молчат, а молчание – знак согласия. Значит, добро на войну дали все европейские лидеры. Путин об этом открыто говорил, как вот я сейчас. Открыто спрашивал, вам нужна война в Европе? Все промолчали и сказали, окей. А почему они делают такие? Потому что американская военная машина сзади говорит, попробуй скажи иначе. Попробуй скажи иначе. Я вижу, что вы очень убеждены в своей точке зрения. У меня есть своя точка зрения просто. Я, может, не очень убежден. Если я услышу более логичное и более аргументированное, я прислушаюсь. Ваши требования здесь и сейчас какие? Американские консультации нам здесь не нужны. Вот эти вот навязывания, что мешает какая-то 14-я армия, которая не существует. Там миротворческий контингент, благодаря которому у нас мир до сих пор. И если Снегур хотел целостности страны, он не должен был пойти воевать в Херсонскую губернию, потому что Приднестровье – это бывшая Херсонская губерния. А должен был каким-то образом забрать Буджак. Смотрите, вот мы находимся возле президентуры, возле парламента. Что вот... те институты, которые, рядом с которыми мы присутствуем, могут сделать для того, чтобы удовлетворить ваш запрос? Американцы живут за океаном. Первая позиция. И пусть они там деньги делают, бизнес. Не на войне в Европе, а делают... У нас войны нет. Война есть на Украине, это наши соседи. Но мы сейчас в Молдове, мы сейчас в центре Кишинева, возле президентуры и парламента. Какие ваши требования? Я понимаю, чтобы мы меньше слушали американцев, а повернулись и в другую сторону. Знаете, как избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Я считаю, что лес – это Америка. Они живут аж за океаном. А здесь нам с соседями, с болгарами, с румынами, с украинцами, с россиями надо жить дружно. Это наши соседи. А американцы нас ссорят, разделяя и властвуют. Вот что происходит. Это же видно, очевидно. Я поняла вашу точку зрения. Сколько бы мы не слушали зомби-программ, но это факт. И по курсу валют любой человек может понять, кто на этом просто заработал. Они заработали уже триллионы. Некоторые говорят, вот они миллиарды помогают. Для чего? А Жириновский сказал так, они сначала делают войну, зарабатывают на войне, а потом будут помогать восстанавливать. Потом опять на войне, а потом восстанавливать. Это и есть принцип американского империализма. Спасибо большое. И вам спасибо, что уделили внимание. Дай вам Бог. Мужчина, по всей видимости, сторонник теории заговоров. И все у него крутится вокруг того, что... американцы виноваты.
По всей видимости, сейчас что-то происходит после протеста. Очень похоже на контрпротест, но сейчас я подойду ближе и попробую узнать более подробно. Вот тут есть несколько женщин, которые, по всей видимости, не согласны с протестующими, пытаются высказать свое мнение, хотя толпа их перекрикивает. Унизила ньюсмейкер. Женщины скандируют, что воров в тюрьму, миллиарды необходимо вернуть назад. Протестующие пытаются их перекричать лозунгами «Отставка» и «Долой Майюсанду». Ce cetățeni, Maia Sandu, de aia, Musca!
Дивизия! Учение! Дивизия! Попробуйте! Мы continuamos a agir nesse limite. Representando o Rexerno Skipperi, primário como e pedra do Murado Buxir. Ура, ура, ура! Браво! Браво! Посмотрите, астность до него Мурада, а честный митинг, массив, маре, пашник. Стимас приедет, сын абсолютно увидит, скрой пашник, и не штит,
конкуренти. Сила Вікторії, власне, вся пробі. А точка дойдуть в обсерваторі. Сила Вікторії, сила Лібердесі, чи сила Скімбері. Киночасти цари Вавіня, Піачест, Галпін, Деміш, Олеся Рендичіпарні, чи заміни вами респонсабілі цари власного подлучення. Керсисвата Вінхаус, чинін кризи цари власне. Республіка Молдова, армія воїн і персуальних у приході до Мізел, чирушині вілами умфаса кондучері, умфрутня цері, чилуня вентулєр політич, чилуня кар'єріст, чилуня лінгей, керея, служець інтереса для страйні, чинімік маймул, той синтєм чей каре, плетем, пенду інтересу попору росту, приму рим, ну, пенду імплікаре анжоку, лічеву політичі, по Русія потрива Оксиденту, Лислав по Оксиденту потрива Русії, той синтєм оцара міка, пашника, дивамінь, мучиторь, шеврем пачеш і стабілітатен цара ностре, речея, той ястис, мусені мусуміць, а веніцей щерім, уніка зурусія, pentru rezolvarea problemelor noastre a tuturor. Să fie demisia și să fie alegeri anticipate. Demisia! 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 Întregii comunități internaționale, așa zisilor parteneri de dezvoltare, care ne dezvoltă în fiecare zi, în ghilimele, să atragă atenția la ce se întâmplă în Moldova, să vadă câtă lume nemulțumită a ieșit astăzi în centrul capitalei. Pașniști, liniștiți, non-violenți, ca să ceară demisia și alegeri anticipate. Acești oameni nu sunt nimeni pușcă de silă. Ei spin din simțul patriotismului și din simțul nevoii și din simțul schimbării care ne așteaptă în ziua de mâine. Iarna va fi grea. Acei care stau în blocuri vor simți pe propria piele. Ca să nu se ajungă la aceste lucruri, trebuie aici și acum schimbată situația din rădăcini. Noi cerem în mod pașnic, în mod non-violent, schimbarea puterii, în mod democratic, în Republica Moldova. Sperăm ca guvernanții noștri să ne audă, să iasă din adormire, să înțeleagă grija și nevoia poporului nostru, care va fi din ce în ce mai nemulțumit. Noi nu știm ce ne așteaptă în ziua de mâine. Noi nu avem un răspuns clar și coerent la problemele și la durerea noastră. Toată lumea așteaptă vremuri bune. Toată lumea așteaptă oameni buni, dar ei, în mod arbitrar, momentan au dispărut. Și acum sunt nevinătoți și pandemia, și războiul, numai nu guvernarea pentru problemele și pentru viața noastră în care am ajuns. Stimați prieteni, astăzi prietena și camarada noastră, Marina Talbin, stă închisă în arest la domiciliu. Anterior a stat închisă în izolator. Este un abuz fără precedent în lezarea drepturilor și interesurilor persoanei. Guvernarea nu a găsit un alt motiv, un altă soluție decât să închidă oamenii incomozi, să ne închidă gura, dar acest lucru nu va fi posibil, pentru că în locul Marinei se vor ridica alți mine, mulți nemulțumiți, care vor fi și mai activi, și mai mulți, și mai nemulțumiți de problemele care sunt create astăzi de guvernarea țării. Stimați prieteni, așa cum am menționat anterior, dacă guvernarea nu vrea să-și dea demisia și să uite ochii închiși la problemele noastre,
гуманитарные интернационалы треба сегодня снили, что это идея служения миссии МОД-ПАШ, демократик, что транспарент, что это идея места организации лечер, античипатии, кит, майра, кит, астрилы, кит, софиево субчасиуне демократика, Шитпашники, а путери, не ищи на Кишинев. Шим фронт очистор институции, парламент, пресиденция, кувер, сражунки у амин, куфликали Лумезев, шизисквады не сырчие, шиви хаос на часто сары, а шасаня жуни Лумезев. Лумезев собини комитеты, Република Молдова, шипопору льи. Домент, шиндруча сбур, Виктория! 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 Чей корисун ефти власта парламент, чей корисун ефти тряпками. Грем, Севаузим, Петофий, Петром Крас, Шос, Майя, Санду! Шос, Майя, Санду! Дорогуна, Санду! Шос, Майя, Санду! Шос, Майя, Санду! Шос, Майя, Санду! Огромное спасибо всем, кто пришел и кому не равнодушно то, что происходит в стране. Я сейчас хочу обратиться в СМИ. По нашей информации, власть запретила прямую трансляцию нашего с вами мирного протеста. И все люди в стране не видят, к сожалению, что сейчас происходит здесь. Мы обращаемся средства массовой информации, чтобы они в прямой трансляции показывали все, что происходит сегодня на площади. Иначе они не могут называться независимыми. Мы сегодня с вами собрались, чтобы в очередной раз сказать «Шос Майя Санду!» Всем иностранным представительствам Республики Молдова. Я хочу, чтобы вы увидели и услышали голос народа. И чтобы вы поступили так, как поступают истинные друзья. И вот только известным вам каналам передали голос народа правящей партии. Народ их не хочет. Шос пас! Шос пас! Шос пас! Шос пас! Шос пас! Я обращаюсь к правоохранительным органам. Вспомните, что мы правоохранительные органы. И в первую очередь вы охраняете права граждан, а не права тех, кто сидит в высоких креслах. Мы сегодня обращаемся к вам и призываем не чинить препятствий к тому, чтобы люди свободно выходили на протест. Мы призываем вам...
Менчерка це неорганізована наша шахта. Це бажаємо молодим, бажаємо всім нам парламентарів, які ми надали аларми к попробуємо чим чим вдома. Бежать от пятна, а признан хорош. Чипающий спасти, да, море. Вон бросил Шимайку, Шимайку бросил. Шимайку бросил. Да, Виталя повернули эту причину Чипова. Это первый комусатир в одном объеде. Он их не купили калитарные. Он их не купили калитарные. Турели от Чипова. Мы будем не уважать. Субтитры сделал DimaTorzok.
не могут. Они ввели страну в хаос, в нищету, в голод. А впереди нас ждет осень и зима. Многие среди нас и не выживут из-за цен на газ, из-за подорожания продуктов питания. Дальше так продолжаться не может. И мы будем здесь каждое воскресенье. И наш плачущий городок, конечно, будет жить. Илон, мы с тобой! Тільки вона шукає річ, витримає той кост чей.
Грузии. Тот же тем фи, а и няму и ностру. Тот же тем четачен, а и републичи Молдова. Мы судем Кутеля. Мы судем Кутеля. Рассказывать и показывать то, что сейчас происходит в центре Кишинева, возле парламента и президентуры. Здесь проходит протест партии ШОР, куда привезли людей с разных районов страны. Это люди, которые организованно были привезены на автобусах, на бусах. Их организовали с разных регионов Кишинева, с разных районов Кишинева. И даже когда я подходила только сюда на протест, ко мне обратилась женщина и попросила сфотографироваться с ними, так как им для отчета не хватает одного человека. Вот даже вплоть до того, что с каждой, наверное, какой-то там партийной организации маленькой требуют определенное количество человек, и они также должны отчитаться за то, сколько человек они привели. Основные лозунги, которые тут звучат, это «Долой мою Санду», «Хотим досрочных выборов». Вот сейчас, кстати, будут запускать картонную «Мою Санду» на желтых воздушных шариках. Давайте посмотрим. А потом еще пообщаемся с людьми. Вот она взлетела. Под восторженные возгласы людей. Картонное изображение Майя Санду взлетело в воздух, потому что дальше летит. А мы рассказываем, показываем, что тут происходит. Я напомню, что это не первый такой массовый протест, который организовывает партия ШОР. Они это пытаются преподнести как общенародный протест, когда люди выходят сами по своему желанию. При этом спорить с тем, что люди действительно так думают, не приходится, так как люди действительно искренне высказывают свои опасения, свои страхи. Эти страхи подкреплены и войной в соседней стране. Но все их месседжеры, все их посылы, которые они высказывают, в них прослеживаются слова так называемых лидеров оппозиции. И
то, что говорят люди, они так или иначе повторяют то, что говорят сейчас и самопровозглашенный лидер оппозиции Илон Шор, он так себя сам назвал. При этом стоит отметить, что пропагандистские СМИ его называют пророссийским политиком, хотя до этого в то время таковым политиком был Игорь Дадон, который сейчас находится под следствием, которого обвиняют в незаконном финансировании, в финансировании партии политическими группировками. Мы очень рады, что все приходят здесь каждый раз. Также для тех, кто смотрит нас не из Молдовы и плохо знаком с ситуацией, которая сейчас, Илон Шор, это депутат, лидер партии, одноименной партии Шор, который сейчас находится в Израиле. Он недавно и сам подтвердил эту информацию. Так как он фигурирует в отчетах КРОЛ, это отчет, который расследовал кражу миллиарда из банковской системы Молдовы. Он находится в Молдове в розыске, при этом ему это не мешает собирать вот подобного рода протесты. Его коллега по партии Марина Таубер сейчас также находится под следствием, и поэтому здесь можно заметить очень много плакатов, где написано «Свободу политическим заключенным», при этом формулировка и преступления, за которые ее обвиняют, они совсем не политические, а довольно-таки реальные. Это незаконное финансирование, подделка партийных документов. И такие вопросы возникают и к этому протесту, так как люди не скрывают того, что они приезжают организованно, приезжают на автобусах с разных регионов страны. И многие обычно не на камеру говорят о том, что им платят за протесты, и называют от 200 до 1200 лей за ночевку в палатке. Палатка, я напомню, что с предыдущего воскресенья перед парламентом установлен палаточный городок, где люди ночуют, им привозят еду, они там сами организовывают себе досуг. И все это тоже, как утверждают некоторые, организовано и профинансировано партией Шоу. Муниципальный архей, дама Кристина Кузакару. При этом трибуны говорят о том, что протест не прекратится до тех пор, пока не будут объявлены досрочные выборы. При этом обычно после окончания протеста заявляют о том, что протест закончится. Буквально за 10 минут демиссия. Только отойдем еще в колонок, пообщаемся с людьми о целях этого протеста и чаяния. Для Норду Молдови. Мене є Дар'я Сунто, кореспондент Ньюсмейкер. Для Норду Ньюсмейкер. Для Норду Ділачео Раш Саусат. Флорешт. Ражу Флорешт. Гарі є ще скопу, думаю. Скопу Ностру з Аратем Кетет Попору Молдові і Сатул Дяша Губернарі Прост. Прецурле Креск. Și iar n-asta nu știm cum a zis și din trâns. Da, cum credeți de ce a crește prețurile? Nu pot, nu-ți pot înțelege cu Gazprom. După Gazprom trebuie de dus, de înțeles,
Guvernarea spune că Gazpromul nu vrea să facă un contract mai combinabil pentru Moldova. Cred vrea Gazpromul. De ce noi cumpărăm gazul mai scump ca Ucraina și ca alte țări europene? Mă pur și simplu trec duș de înțeles. Fără de politic, fără de nic, din plan de vedere a business-ului. Deci credeți că guvernul nu face tot posibil așa cum e? Guvernul e mândru și el crede că noi asistăm de iarnă și cu ajutorul la ce? Cu gazul la România, care singură n-are gaz. Cine se dă nouă gaz ieftin? Dumneavoastră trăiți în apartament sau? Nu, eu trăiesc la casă pământ, dar tot mă folosesc cu gaz. Da, iarna aceasta cum deci încălzi casa cu gaz? Cu lemne, eu încălzesc cu lemne, da, eu încălzesc cu lemne. Am gaz în casă, dar încălzesc cu lemne, că nu ies. E foarte scump. Deja ați cumpărat lemne? Nu, lemne n-am cumpărat, e că anul ăsta cel mai greu. Tot anul avem, din primăvară avem lemne, dar anul ăsta n-am. Tot anul am întins-o și amudem la noi undeva la vânii. Складометру de lemne. Da, guvernul a deschis site-ul Lemne.md și spune că acolo 700 de lei. N-ați verificat acest lucru? Cunoscut nu putem să luăm. La care băieți, la care tot anul luăm, care lucrează la pădure, legal, care au certificat. Noi nu putem luăm. Ne pune în rând și apoi zici, mai așteptă. Eu n-am cumpărat lemne, serios vă spun. Noi avem bani, dar nu slim. Deci vreți ca guvernarea să fie demisionată? Vrem ca oamenii care se alege de popor să pui capul mai jos, nu să înțeleagă, nu cu politica, da? Din punct de vedere economic. Noi nu vrem să sudim nici cu ruși, nici cu români. Eu am vedere din partea economică, duc să înțeleagă, de e gaz. Și noi intervenim noi în chestiile astea politice. Noi suntem o țară mică, care nu avem resurse naturale. Guvernarea tot a spus că Gazpromul sau Rusia vrea care va lucruri politice de la Moldova ca să fie un gaz mai ieftin. Nu vreau nici ca noi să comentăm. E pur și simplu vreau să vadă că noi tăcem. Nici de o parte, nici de alta. Noi nu trebuie să intervenim în chestia asta. Noi trebuie să zicem așa cum au zis noi de mult la o adunare de asta, un indus. Pentru că eu n-am treabă cu politica. Eu mă gândesc ca gazul pentru oameni și vă mai ieftin. Să avem, locuri de muncă, să avem acces la piața lor. Și aduceți contul în goană. Fiți sănătate. Toată lumea, haide, dragile! Сейчас в микрофон призывают прессу снимать, как себя ведет полиция. Интересно, как, что вообще там происходит. Давайте посмотрим. Но видно, что люди пытаются пронести палатку за ворота в президентуре. Возможно, полиция этому препятствует. Но давайте подойдем поближе и посмотрим вместе. Да, полиция вцепилась и не дает людям с палатками пройти. Так, меня начинают толкать. Палатки пытаются перебросить. Я попытаюсь отойти на безопасное расстояние, но так, чтобы все было видно. Полицию действительно толкают. Здесь находится и полиция, и охрана президента, которые не дают людям пройти палатку. Но люди пытаются прорваться. Это как попытка дестабилизации ситуации, нарушения общественного порядка. Ну калкаться не имеем армилор вождей, полиции вождей, власти вождей, порешите это еще, вините эти вождей.
Полиция ордер в охраненской! Дом дозрой, блядь, на трапезе! Удивай танцы! Удивай танцы! Люди скандируют позор. Машина! Машина вон! Пока определенная часть людей пытаются пронести или хотя бы перекинуть палатки, но им не дают этого сделать. Я поднимаю фланг, сейчас пытаются через забор, где нет полиции, перекинуть в палатку. И это получается. Сейчас аппарат требует попробовать. Подходит больше полиции. Часть палаток тут на полу, если видно. Часть палаток перекинули через забор, где не было представителей полиции. Возможно, протестующие хотят разбить городок и территории президентуры, но полиция им не дает этого сделать. Но выглядит это как попытка дестабилизировать ситуацию, так как протестующим дали возможность разбить палаточный лагерь. Они протестующие тут живут, конечно, не все, кто сейчас тут присутствует, но какая-то часть живет перед парламентом, для этого выделили специальную территорию, оградили ее, там охраняют общественный порядок представители правопорядка, извините за тавтологию, а также установлены биотуалеты, но сейчас они хотят, чтобы палатки были и у президентуры, чего им не дают сделать. Давайте следить вместе, как будет развиваться ситуация. Я очень надеюсь, что не дойдет до столкновений. Пока попытка прорваться, она не увенчалась успехом. А представители полиции стоят уже в несколько рядов для того, чтобы обеспечить Вот часть палаток лежит на полу, те, что пытались пронести, перекинуть через полицию. Но этого не удалось сделать. Тем не менее, все равно там есть палатки. И будут ли людей с палатками выводить оттуда, забирать, разгонять, закрывать ворота президентуры, пока еще неизвестно. Надеемся, что провокаций никаких не будет и попыток дестабилизировать ситуацию тоже. Но протестующие настроены решительно.
руками даже агрессивно. Они не бодуют. Прошли парламентские выборы, и президент еще выбирался парламентом, и тогдашним президентом был Владимир Воронин. И люди, недовольные результатом выборов, считавшие, что они сфальсифицированы, требовали также отставки, перевыборов, и это все дошло до массовых беспорядков, до разгромления президентуры, разгромления парламента. Сейчас вспоминают этот год, то, что было уже 13 лет назад. Но я надеюсь, что ни у кого в планах нет этого повторить, так как беспорядки. Женщина обвиняет нас в том, что мы не показываем протесты, в том, что мы врем, в том, что мы все их, как они выразились, скорее всего, имея в виду нынешнюю власть. При этом я напомню, что мы освещаем все протесты, вне зависимости, кто их проводит, оппозиция или предыдущая оппозиция. Мы показываем все, что происходит в городе и в стране, и за ее пределами, освещаем все общественно значимые мероприятия. Поэтому для того, чтобы оставаться в курсе и получать качественную информацию максимально быстро, подписывайтесь на наши соцсети. У нас также есть телеграм-канал, есть ТикТок, и также посмотрим, как это все будет разворачиваться. Но если все будет хорошо, то после завершения трансляции мы дадим специальную трансляцию из ТикТока для наших подписчиков там. Поэтому можете уже подписываться, для того, если вам интересно, что тут происходит, что происходит в городке свободы, так называемом. Мы это все покажем отдельно и чуть попозже. Она как покемон.
бегает с Великобритании в Америку, в Германию. Что она там ищет? Пускай едет, договаривается газ. Очень Америка же бессовестная. Тут шунгат пережерда дуэля, тут Германия, тут Американ. Она диктатора. Она тут диктатора. Она тут диктатора. Она тут диктатора. Добрый день. Добрый. Меня зовут Дарья, корреспондент Ньюсмейкер. Расскажите, какие ваши претензии, что вас больше всего не устраивает? Я одно хочу сказать. Мы живем в прекрасной республике Молдова. Прекрасно, очень красиво. Я уже живу здесь 35 лет. Мне очень стыдно то, что ведут сейчас, вытворяют эти депутаты. Гаврилицы, как покемоны желтые, прыгают с Америки, прыгают с Германию, прыгают они и далее там в Америку. Что ищут в Америке они? Что ищут? Где Америка, там война. Правильно? Правильно. Почему бы не дружить с русскими? Почему бы не ездить в Россию? Посмотрите, я вчера была буквально на улице. Видела, как старушка лазит в мусорке, ищет себе пропитание кушать. До чего мы дожили? Наши дети, у меня 5 детей, у меня инвалид, вот этот ребенок, инвалид, получает пенсию 1400 лей, как мне прожить? Я получаю 1600, услуги, коммунальные, все и так далее. Разве можно прожить? Нет. Где ее совесть? Она ездит, она не решает ни один вопрос, ни один. Они как вместе с Гаврилицей, как две вот эти вот подружки связались, они не зашли ни в одну семью, не сказали, как живет этот человек, как живет этот человек. Им не стыдно? Они что, голодуют? Они не голодуют. Пускай она заберет вот ее пенсию 1400 и даст нам свою зарплату. И посмотрим. Нам не хватает ни на что. Нам вообще абсолютно не хватает. У меня ребенок даже на лекарство. А раньше вам хватало? Хватало. 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 А какая у вас раньше была пенсия? Ну, маленько, но прибавляли, но все равно и как-то нам Дадон помогал, что-то нам там все-таки как-то выделял и помощь, и мы надеялись еще на лучшее. Ну вот сейчас тоже выделяют. Сейчас Шор, да, благодаря Шору стал ей хлеб, благодаря вообще ему всему. У нас мы там только отовариваемся, нам больше негде отовариваться. Вот правительство выделяет 1500. 1500 это для нас, вот у него лекарство только обходится в 2000. Он у меня очень больной ребенок. Ну да, выделяет, дай бог им здоровье. Для нас эта копейка тоже хорошая. Тоже помощь, тоже вот это все. У меня 5 детей, 5. Вот, я за каждого борюсь, мои дети уехали. Я хоть даже к своей матери на похороны не могла поехать, до чего нас завели. Это разве правильно? Это неправильно. А вы сами откуда? Я сама с Екатеринбурга, но я вот говорю, не могла выехать, потому что транспорт не шел. Железная дорога закрыта, все закрыто. Это что такое, до чего доедешь? А в Молдове сейчас где живете? В Молдове мы живем в городе Кантемир. Город Кантемир, мы приехали, живем, вот я говорю, благодаря нашей вот, которая себе, женщина, которая нас организует, мы складываемся все на бензин и приезжаем, потому что уже терпения нет. Терпения нет. Вот сколько вот стоило вам приехать сюда? Ну вот мы каждый сложились, где-то там по 30 лет, кто 50 смог сложиться и приехали. То есть не одинаковые суммы, а кто сколько может? Да. Мы поддерживаем друг друга, потому что уже невыносимо, народ бедствует. Поймите правильно. Мы надеемся только на Илана Шора, на Дадона, что что-то все это перевернется. Я, видите, посмотрите, как они охраняют. Кого охраняют? Ну кого смотрите, охраняют? Игорь Дадон был у власти. Игорь Дадон был у власти, но она не президент. Он же не сделал вашу жизнь лучше, чтобы у вас все было хорошо. Не поняла. Я говорю, что Игорь Дадон был у власти, был достаточно долгое время. Но все-таки какое-то было... Но все-таки он ездил в Россию. Там у нас поступали... Да, яблоки переправляли, переправляли. Там, а сейчас смотрите, что на дорогах огурцы, яблоки, все это стоит, все гниет. Ну разве это можно так допускать? Ну жили же как-то, жили, но так не было. Это вообще бардак. А вы кем работали до пенсии? Я вообще закончила институт высшего образования и работала как сказать, на кухне, как в столовой, на заказах. А вот смотрите, Игоря Дадона сейчас обвиняют в незаконном финансировании, в финансировании преступной группировки. Который человек... Илана Шора тоже обвиняют в краже миллиарда. Который человек прав во всем. Они сейчас боятся правды.
Они боятся правды. Если когда человек только начинает, какой-то депутат, говорить правду, они вот цепляют и быстрее стараются засадить его, понимаете? Быстрее засадить. Что Илан Шор мало сделал? Посмотрите, какой Аргей цветущий. Посмотрите, а у нас этого нет. Ну так а то, в чем его обвиняют, вы в это не верите? Нет, нет, я не верю. Дай Бог ему здоровья, дай Бог его семье здоровья, дай Бог терпения, чтобы мы свергнули вот эту власть все дружно. Я думаю, что народ все-таки поддержит нас, все-таки как-никак. А сейчас это что творится, я не знаю. Ну, а как вы думаете, сколько денег стоило организовать этот протест? Я не знаю. Главное то, что вот так некоторые там кричат, вам платили, нам не платят. Нам не надо деньги. Нам нужно, нам нужно как бы дальше жить, прожить. И чтобы мы знали, что мы будем жить по-человечески, а не так. Сегодня есть, завтра нет. Мы это не хотим. Мы не хотим. Я просто всем людям желаю добра, чтобы мы свергли эту власть, и чтобы было все хорошо у пенсионеров, у вас. Чтобы за деток не переживать. Мать, рожавшая ребенка, 700 лей пособие. Что ты купишь ребенку на 700 лей? Когда сейчас детские вот эти вещи стоят дороже, чем взрослые, понимаете? Я не знаю. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что взяли интервью. Как-то легче стало. Вам всем здоровья желаю. И вам спасибо большое. Судя по всему, протест завершается, так как с территории президентуры все вышли. Сейчас призывают, что те, кто хочет присоединиться к досрочному протесту, пускай присоединяются. А тут уже установили палатки, несколько палаток есть на территории президентуры. По всей видимости, городок расширяется. Судя по футболкам и рюкзакам, кто-то прямо с марафона сюда пришел. Напомню, что сегодня также проходил марафон в городе, где были перекрыты улицы и по проезжей части были организованы пробеги. А с ними попрощались? Предложили остаться тех, кто хочет присоединиться к досрочному протесту. Вот с другой стороны входа в президентуру также валяются палатки, которые не вынесли на территорию. Ньюсмейкер, привет! Минутка! Добрый день. Расскажите, откуда вы приехали? Я из Бельгии, но мы уже спешим. Вы кричали «Жос Майя Санду». Почему вы считаете, что ее нужно отправить в отставку? Не дело. Так я работаю.
Я выполняю свою работу. Хочу... Не надо трогать мою аппаратуру, пожалуйста. Я занимаюсь не своей работой. Вот такие вот неприветливые бельские парни, как один из них сказал, что они из Бельц. Но к ним подошли и сказали, что пора уезжать, и они очень быстро отходят. И не... Это вы мне говорили? Почему? А я вот выполняю свою работу. А вы почему сюда пришли? Почему для вас важно это? Да? Жизнь вора. Это все, что вы можете сказать? А вы почему, молодой человек? Все, что могут сказать молодые люди, участвующие в протесте, это жизнь ворам. Какой-то тюремный сленг, который неприятно слышать, особенно от таких достаточно действительно молодых людей. Но, к сожалению, это те, кто принимают участие в подобных митингах. Тут также стоит скорая. Я не знаю, что случилось. Я надеюсь, что ничего серьезного. Но я попытаюсь выяснить, если у меня это получится. Бонозила. А, у вас тут написано какая-то организация, да, Национальное освободительное движение. А что это за движение? Национальное освободительное движение Молдовы. Расскажите о нем. Что сказать о нем? Мы поддерживаем Советский Союз. Мы считаем, что Советский Союз был разрушен незаконно. И де юре он существует до сих пор. И проводим политику объединения. А кто должен, как объединиться, как вы это видите? Как мы это видим? Ну, на сегодняшний день мы голосуем здесь за демиссию нашего правительства, за отставку нашего правительства. Наша Майя Санду, это суровский агент, она проводит политику американскую, антинародную. И мы здесь для того, чтобы за отставку правительства и президента. А далее проходите на сайт, там все у нас есть. Можно ознакомиться и поставить свою подпись на документе. Мы готовили, забирали подписи вместе со всем бывшим Советским Союзом за осуждение Горбачева. Вот, и за то, чтобы признали незаконным разделение Советского Союза. То есть вы хотите, чтобы все республики советские вновь объединились? Ну, что-то типа СССР-2. А если кто-то из этих республик не захочет, что делать? Референдум. Спасибо. Надеюсь, не такой, как сейчас в Украине. Да, интересное движение, оказывается, у нас есть в Молдове. Национальное освободительное, оно называется, которое выступает за воссоединение Советского Союза. И они верят в то, что все республики захотят вновь объединиться. А если кто-то не согласен, то референдум. Я напомню, что в эти дни, уже несколько дней проходят референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской областях. И уже есть много здесь из того, что это не совсем добровольно, что приходят с автоматами, что люди прячутся от этих референдумов. Ну и исход их всем понятен, так как он не свободный, без каких-либо представителей международных организаций. Говорит о том, что это всего лишь формальная процедура, которая дает какие-то полномочия России в этом, для того, чтобы, ну, юридические, можно так сказать, полномочия, для того, чтобы присоединить к себе оккупированные территории.
Поэтому я очень надеюсь, что женщина, которая говорила о референдумах на территории бывших советских республик, не имеет в виду подобный референдум, который сейчас происходит в Украине. Палатки несут обратно. Переезд не удался. Дорогие друзья, я напоминаю, что вы смотрели прямой эфир Ньюсмейкер МД, где мы вам рассказывали и показывали, что происходит на протесте, организованном партией ШОР. И он уже заканчивается, остались только те, кто будут ночевать в палатках. А остальные, как я и говорила, очень быстро разъезжаются, расходятся, их ждут их маршрутки, которые привезли их на этот протест. И на этом мы будем заканчивать. Для того, чтобы не пропускать самое важное и интересное, подписывайтесь на соцсети. У нас есть телеграм-канал. А также, если вы хотите еще посмотреть, что тут происходит, как здесь устроено все в палаточном городке и как будут дальше развиваться события, то заходите в ТикТок, на наш ТикТок-канал. Он также называется Ньюсмейкер МД, где специально для наших подписчиков в ТикТоке мы также проведем прямую трансляцию, еще пообщаемся с людьми. Поэтому мы еще тут, мы не уходим, следите, и все самое интересное мы обязательно будем вам рассказывать во всех соцсетях. Вот тут девушки улыбаются, которые работают в «Спутнике». Напомню, что этот канал заблокировали в Молдове из-за того, что он пропагандировал войну. Это было еще в самом начале, когда появился запрет о том, что нельзя в Молдове пропагандировать, показывать перед российские программы и транслировать российскую позицию по поводу войны в Украине, которую они называют специальной военной операцией. И вот такая вот история у «Спутника». И вот, по всей видимости, сотрудник «Спутника» решил помахать вам, нашим подписчикам, и передать привет. А с вами была Дарья Слободчикова. Напоминаю, продолжится все в ТикТок. Всего доброго и хорошего вечера.